очень рад вас видеть и хочу поздравить с всех петербуржцев, ленинградцев с сегодняшним событием. Сегодня 80 лет прорыва блокады Ленинграда. Это я уже только что встречался с ветеранами, говорил о том, что это событие не только для нашего города, но и для всей страны. Ну а не мог не побывать, конечно, и на предприятиях Петербурга, которые производят нужную для страны всегда, а сегодня в особенности, оборонную продукцию. Обуховскому заводу 160 лет в этом году исполняется. Это одно из ведущих, крупнейших наших предприятий оборонно-промышленного комплекса. И работает очень надежно, устойчиво, с хорошим результатом. Надеюсь, так и будет и в будущем.